Бригада рабочих выходит на участок во всеоружии. Грабли, лопаты, пластиковые пакеты. В течение часа лесная опушка, заваленная мусором, приводится в порядок. Поехали дальше. Откуда на улице Ветвистой взялась несанкционированная свалка, можно только догадываться. Многие дачники и жители частных домовладений не заключают договоры на вывоз твердых коммунальных отходов. Кроме того, неизвестно, куда отправляют утиль строители. Тракторные покрышки оставили точно не бабушки из частного сектора. Администрация Краснолинского района регулярно проводит мониторинг несанкционированных свалок. Значительную часть территории района занимают лесные зоны. Кроме того, велика площадь частного сектора. Исправлять ситуацию с мусорными завалами приходится районной власти. Есть такая проблема, что люди не заключают договоры на вывоз мусора. Строительные организации не отслеживают своих подрядчиков. Правонарушители загрязняют наши леса, овраги. Заключается муниципальный контракт, и подрядная организация, выигравшая торги, работает. В этом году в Красноглинском районе выявлено 18 несанкционированных свалок. Из них 4 уже ликвидированы. До конца ноября все проблемные территории будут приведены в порядок. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.